До наступления календарной весны остается всего один месяц. Приближается счастливый период исполнения желаний. Для представителей некоторых знаков зодиака с наступлением весны все в корне изменится. Жизнь заиграет новыми красками, а задуманное осуществится с невероятной легкостью. Так кому же повезет этой весной? Давайте узнаем. Рыбы. Для рыб март 2022 года приготовил щедрый финансовый подарок. Повышение на работе, возвращение старых долгов, получение наследства. Любой источник, из которого деньги придут к вам неожиданно, откроется для вас в год водяного тигра. Вы усердно работали, поэтому сейчас получите то, что вам действительно причитается. В этом месяце вы значительно улучшите свое материальное благосостояние, ведь перспективами и возможностями, которые вам предоставит судьба, будет трудно не воспользоваться. Попробуйте себя в чем-то новом, завершайте уже имеющиеся дела, ведь все, к чему вы стремились раньше и не могли добиться долгий промежуток времени, свершится именно этой весной. Также везение сопутствует рыбам и в любовных делах. Вас захлестнут чувства, которые вы не испытывали никогда ранее. Телец. Если у вас запланированы на март важные события, мероприятия, деловые встречи, то будьте уверены, удача вам сопутствует. Март станет одним из самых благоприятных, везучих и судьбоносных месяцев для вас. Невиданные перемены наконец-таки войдут в вашу размеренную монотонную жизнь. Март – прекрасный период для новых финансовых проектов. Всевозможные дела и операции, связанные с деньгами, будут обречены на успех. Если вы давно мечтаете о долгожданном повышении или работе мечты, то именно в этом месяце вы достигнете желаемых результатов. На семейном фронте будет полный штиль. Одиноких тельцов благоприятные изменения ждут в личной жизни. В марте вы можете встретить любовь всей своей жизни. Скорпион. Скорпионов в марте 2022 года ожидает небывалый успех, как в карьере, так и в личной жизни. Знакомства, которые подготовила для вас судьба, в этом месяце подарят вам людей, которые крепко войдут в вашу жизнь. Вы будете производить очень приятное первое впечатление, так что смело пользуйтесь этим. Возможно, даже этот месяц станет для вас судьбоносным и кардинально изменит вашу жизнь. Скорпионы усердно трудились весь предыдущий год и давно заслужили улучшение материального состояния и повышение на работе. И наконец-таки пришло время получать заслуженную награду. Возможно, вы сможете занять перспективную должность, а кто-то из вас окунется в совершенно новую деятельность. Наступает достаточно интересный и перспективный период. Весна – это про пробуждение природы, когда возникает праздничное состояние души и желание начать что-то новое. Не упускайте эту возможность и воплотите все свои желания в жизнь. И не забывайте, что звезды и планеты лишь указывают на оптимальные жизненные маршруты, однако ваша судьба неизменно в ваших руках. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, ведь впереди вас ожидает много интересных видео.